на страницу канала. Видите, написано Алена Черкащенко. Мы с вами можем здесь все менять. Видите, вот здесь есть управление видео и карандашик. Карандашик. Здесь мы можем изменить название. Например, я пишу Варламова. Сохранить. Дальше. Псевдоним. Какой мы придумаем? Я хочу сделать канал по медитациям, да, или сказкам. Пишем сказки. Сказки. Недоступен. Таня. Сказки Таня. Есть. Сохранить. Добавьте описание твоей души. Сохранить. Все. Фотографию. Мне дочка нарисовала рисунок. Сейчас я покажу, смотрите, для моей первой сказки. Сохранить в галерею. Так. Ну все, друзья, создавайте свои каналы, пробуйте. Вот сейчас мы с вами зайдем на мой другой канал, переключаемся между ними. Смотрите, заходим, сменить аккаунт. Сказки Тани, вот Тася Бест. 406 подписчиков у меня. Ну, хорошо. Когда я начала в Альфе, у меня было 100 подписчиков. Вот 300 подписчиков добавилось за это время. Вы, ваши видео. Вот какие видео я сюда загружаю. Вот форум свой в Альфа, 84 просмотра. Вывести кэшбэк 133. Я играла в банк, так, АГТС. Угу. Играла, еду в Самару, 400 просмотров, 500, 29, 36, 129. Смотрите, 76 просмотров, 1000 просмотров, вот этот видео, где мы с партнерами выступали. Дальше, вот мы с Женей вели презентацию, 560 просмотров. Домашняя дискотека, 1000 просмотров. Люди любят, когда вы настоящий, живой. Вот как такой, как есть. И не стесняйтесь себя показывать. Раздача денег про Альфа-банк. Вот уже 1500 просмотров проект. Теперь как подписать видео, да? Смотрите, я, например, хочу загрузить видео. Где-то у меня есть видео. Вот оно, готовое, смотрите. Простите, готовлюсь к Самаре. Я показала обновки, какие я купила. Потом посмотрим, сколько оно наберет. Смотрите, пишем далее. Мне просите, чтобы я показала вот обновки. Видео прогрузилось, какие нажимаем себе далее. В последнее время. Вот готовлюсь к Самаре. Далее. Теперь нам нужно выбрать обложку. Меня это устраивает. Видите, здесь подписано «Готовлюсь к Самаре». Пусть оно и есть. Готово. Хэштеги, например, поставим. Подработка. Доход. Кэшбэк. Дальше. Загрузить. Когда видео загрузится, вы потом берете, вот, например, форум свой в Альфа, да? Вот здесь, видите, три точечки, нажимаете. Можете сохранить на устройстве, можете поделиться видео. Пишите «Поделиться видео». Копировать ссылку. Вот вы скопировали ссылку и можете отправить человеку, например. Все, вот она, ваша ссылка на видео. Можете отправлять человеку.